Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 12 марта – сказочный день, когда кардинально меняется судьба. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Воскресенье, 12 марта, выпадает на прекрасный день календаря Луны, оставляющий позади все сложности и дарящий множество приятных событий. И этот благоприятный период, управляемый 20-ми лунными сутками, позволяет направить всю имеющуюся энергию на достижение поставленных целей, не растрачивая ресурсы на мелкие задачи. Вы получаете шанс осознать свою истинную цель и поменять жизнь в лучшую сторону. 20-е луносутки влияние Луны в Скорпионе пробуждает интуицию, дает возможность увидеть то, что скрыто. Возрастает мыслительная деятельность, усиливаются способности к концентрации, снисходит вдохновение. Поэтому день идеален для самоанализа и работы над собой. В эту пору вы будете чаще обращать внимание на собственные недостатки и негативные события. Однако не стоит огорчаться по этому поводу. Луна указывает на те стороны вашей жизни, которые нуждаются в исправлении. Вовремя внеся коррективы, вы сумеете кардинально изменить ситуацию, оставить позади недостатки. Энергетика дня позволяет преодолеть внутренние сомнения, не всегда избавиться от неуверенности в себе. Все, что вам действительно необходимо, непременно войдет в вашу жизнь именно в эти сутки. Поэтому прислушайтесь к себе и действуйте так, как подсказывает интуиция. Избегайте спешки, действуйте неторопливо и спокойно. Обращайте внимание на знаки. Позвольте Вселенной направить вас по верному пути. Сегодня вы получаете возможность добиться многого, если проявите решительность. Не позволяйте себе сомневаться ни на минуту. Если вы неожиданно поняли, как действовать дальше, чтобы кардинально изменить свою жизнь и нашли способ справиться с имеющимися сложностями, уверенно приступайте к реализации пришедших в голову идей и планов. Хотя Луна убывает, энергии, которую она дарит, пока еще достаточно, чтобы достичь задуманного. Поэтому не теряйте предоставленных судьбой шансов. Сновидение этих суток имеет особое значение, помогая вам понять себя, увидеть связь между событиями прошлого, настоящего и будущего. Они не являются вещами, однако способны указать вам на привычки и черты характера, мешающие вам достичь поставленных целей. Чтобы понять приснившиеся, подключите интуицию и проанализируйте все детали ночной грезы. Тогда многие события настоящего станут для вас более понятными и очевидными. Муза 20-й лунной сутки активна с самого утра. Поэтому день идеально подходит для творчества. Сегодня вас посетит множество отличных идей, которые непременно следует воплотить в жизнь. Не имеет значения, какими видами творчества вы займетесь. Результат в любом случае превзойдет все самые смелые ожидания. В этот день учеба дается особенно легко, вне зависимости от того, являетесь ли вы студентом или давно закончили обучение. Обязательно изучите что-нибудь новое. Выберите интересную тему и ознакомьтесь с ней как можно детальнее. Результат не только пригодится вам в дальнейшей жизни, но и подарит множество позитивных эмоций. Активные тренировки сегодня нежелательны, поскольку они противоречат плавной энергетике дня. Откажитесь от посещения тренажерного зала, откажитесь от силовых упражнений. Луна советует. День благоприятен для любой деятельности. Это отличное время для завершения ранее начатых дел, подведения итогов. Однако новые начинания будут не менее успешными при условии, что вы не станете действовать спонтанно. Это прекрасная пора для старта новых проектов, реализации заветных желаний, поэтому смело действуйте. Благоприятный день для работы в команде, деловых встреч и переговоров. Любое общение с коллегами или партнерами принесет пользу и позволит достичь великолепных результатов. Также это удачное время для проведения рекламных кампаний и презентаций. Любые финансовые операции будут удачными, особенно если они были запланированы заранее. Вы можете вернуться к отложенным ранее масштабным приобретениям, заняться инвестированием. Любые финансовые сделки принесут хорошую прибыль. День отлично подходит для работы по дому. Вы с одинаковым успехом можете устроить генеральную уборку, заняться ремонтом или ограничиться внесением небольших изменений в декор комнат. Единственное условие – приступать следует исключительно в хорошем настроении. Прекрасное время для общения. Встречи с близкими зарядят энергией, а новые знакомства станут началом долгой и крепкой дружбы. Также это отличная пора для возобновления старых отношений, примирений и прощения обид.
Отличный день для общения со второй половинкой, романтического вечера, похода в ресторан или в кино. Если вы еще не встретили любовь, смело знакомьтесь, общайтесь, назначайте свидание. Вполне возможно, ваша судьба находится совсем рядом. День подходит для поездок на любые расстояния. Путешествие подарит новые впечатления, наполнит силами, улучшит настроение. Рекомендуется отправляться на дорогу в компании друзей или близких. Так вы получите гораздо больше положительных эмоций. День подходит для большинства практик убывающей луны. Недопустимы действия, направленные на причинение кому-либо вреда, даже в ответ на посланный негатив. Приступайте к обрядам в приподнятом настроении и с уверенностью в своих силах, тогда они будут особенно результативными. Чтобы долги не беспокоили. В течение всего дня возьмите лист бумаги и запишите все суммы, которые должны. Затем расшифруйте каждый, указав, для чего вам нужны были деньги и как вы их потратили. Далее, в течение всего дня такой список носите при себе. Когда стемнеет, положите на подоконник. Сверху на лист поставьте стеклянный стакан без рисунков и граней, наполненный родниковой, талой или бутилированной водой. Туда поместите горсть монет. Их количество может быть любым, но не меньше, чем пунктов в вашем перечне долгов. После, как вы все подготовили, трижды скажите: «Луна убывает, а долгов мне откупиться помогает. Ее сила мне на помощь приходит, все задолженности покрыть позволит. Нового не возьму, ярмо на шею более не натяну. Как луна тает, так и долг мой дымкой темной растает». Говорим три раза. Все это вы должны оставить на всю ночь. На следующий день бумагу сожгите, пепел соберите и сыпьте в воду. После чего возьмите стакан и обязательно вылейте вместе с монетами на землю. Все, этого достаточно. Чтобы стать стройной, вам нужно сделать следующее. Зажечь в течение сегодня свечку, и смотря на огонь, вы должны сказать такие слова: «Лишний вес убираю, лишний вес сжигаю». Говорим так 7 раз. Свечка должна полностью прогореть до конца. Изгоняем кошмары. Если вас часто преследуют кошмары, тревожные сны, не позволяющие выспаться, сделайте надежный амулет, который поможет вам в данной ситуации. Возьмите прозрачную стеклянную бутылку или флакончик. Наполните водой. Далее возьмите в руки и скажите такие слова: «Сон мягкий и приятный набираю, напряжение снимаю, по капле покой обретаю, сновидения добрые привлекаю, душу и тело отдыхаю, истину». Говорим 3 раза. Затем закройте бутылку, повяжите на горлышко красную нить, оставьте у изголовья ровно на 3 суток, после чего унесите подальше все от дома. Такой метод обязательно поможет убрать все кошмары. По народным приметам, в этот день отмечают дорогорушитель. Рожденные считаются интеллектуальными оптимистами, благодаря чему всегда находят выход из сложных ситуаций и никогда не унывают. Как и большинство рыб, имеют романтическую натуру и мечтают отыскать любовь всей своей жизни. Положительной чертой этих людей является неумение идти по головам ради собственного успеха. Однако при желании они все равно достигают его, если зададутся такой целью. Их талисман – аквамарин. Дорогорушителем наши предки прозвали этот день из-за того, что начиналось активное таяние снегов, и санные пути превращались в бездорожье. В этот день была особая примета. Те, кто собирался совершить сделку, внимательно смотрели по сторонам. Перебегающая дорогу собака в этот день сулила крупную денежную потерю. Еще одна примета гласила о том, что и гостей на 12 марта лучше не приглашать. Вместе с ними из дома уйдут любовь и финансовое благополучие. Особенно большие беды могла принести в дом гости с темными волосами и карими глазами. И перед сном, как обычно, повторяем такие слова: «Я излучаю спокойствие и уверенность». Вот повторим 1 раз, и вы посмотрите, насколько в вашей жизни будет все прекрасно.